нам удалось вот за последние недели стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в республике, но все же она еще остается достаточно напряженной. Сейчас вот заканчивается сезон отпусков, впереди у нас начало нового учебного года, и это время, когда формируются наши детские организованные коллективы, трудовые коллективы. Вот, и чтобы избежать ухудшения эпидемиологической ситуации, очень важно сейчас особое внимание уделить вакцинации вот, работников наших образовательных учреждений, студентов, персонала наших образовательных учреждений. Вот именно коллективный иммунитет позволит нам вот начать новый учебный год в очном режиме без каких-то ограничений. Поэтому я еще раз призываю наших граждан вот в обязательном порядке пройти вакцинацию и тем самым защитить себя и своих близких от вируса. К сожалению, работодателям приходится сегодня сталкиваться с необоснованными отказами от своих работников от прививок. Да, граждане праве отказаться, но работодатель сегодня, согласно законодательству, имеет полное право отстранить от работы невакцинированного сотрудника.